Здоровенькие былые подписчики мопеда Раритетовича ВКонтакте, а также пользователи сайта wagnerland.ru. С вами Илья Механик, и это краткий отчет по состоянию мопеда, да и как показал себя мопед RMZ-2-136-02 Stella на мега-челлендже 30 апреля и 1 мая в Днепропетровске. Как вы помните, челлендж был по типу Лемона по трассе, это учебный полигон. Трасса состояла из 8 поворотов, 2 из которых было на 180 градусов, плюс импровизированной рампой. Длина маршрута я напишу в описании к видео, так как спидометр не работал, видите, отсутствующий привод, и на первую, естественно, спидометр не было, я замер не производил. Единственное, что за 2 дня вечернего Лемона и следующий день дневного трехчасового с перерывами расход составил около 3,5 литров. Да, у меня кончился бензин во второй день, и 2 запасных литра было заправлено в бак, и доезжен последний доп. Из замечаний по мопеду. Первый день 30 минут он нормально откатал, без пинка, без задоринки, там около 20 кругов получилось медленным темпом. На второй день, когда уже светло, я, естественно, поднял скорость, начались проблемы по мопеду. Во-первых, неудачное передаточное число. Передняя звезда на 15 зубьев, задняя на 30. Итого передаточное число к 2. При повороте на 180 градусов, при втором заходе на рампу, скорость первой передачи уже была слишком большая, и следующий поворот на 90 градусов не давал возможности включать вторую, потому что был резкий поворот, снижение скорости и заезд на рампу. Если в первый раз на рампу я заезжал на второй передаче, спокойно я с разгона заходил на нее, то второй заход на рампу нуждался в первой передаче, получался отрезок пути, который я ехал на первой передаче. Это очень длинный, так как мопед очень быстро набирал динамику. А вот передаточного числа задней передачи не хватало, чтобы выйти и переключиться раньше на вторую передачу и спокойно заходить на рампу. В итоге под перегрузом шел мопед. И дальнейшие допы длились 20-15 минут, где-то примерно от 10 до 15 кругов я проходил за каждый из допов. И так как мопед перегревался, он еще до сих пор находится на обкатке. Вторая проблема, которая стала известна, это вот свеча. Сейчас стоит тут не эта свеча, а была свеча НЖК. И в определенный момент начала сифонить, когда двигатель нагревался до крайних положений. Прокладка пропускала масло, пришлось свечу выкрутить из перджо, который стоял, и вставить эту нашу А23. По регулировкам, я еще посмотрю опережение зажигания перед челленджем, это мне не нравится, потому что мопед трошки перегревается, но я еще подозреваю, карбюратор регулировал за вперед, не всегда помогало, так как именно темп нагрузки гоночный не выдавал четко понять, то это или не те это настройки. И плюс неудачное передаточное число. Это передаточное число останется на Stella Challenge, у меня сейчас других звезд просто нет. Вот. А для типа Лемона, к сожалению, это оказались неудачными передаточными числами. По первому дню из замечаний касается фары головного света. Я уже потом перед ней исправил. Там неудачная компоновка контактов. Я в дальнейшем сниму видео по электрооборудованию Stella именно и покажу, как это все дело доработать, чтобы такая беда не повторялась, когда ты ночью без головного света. Просто из-за фон-фактора цоколя и контактов можно остаться невидимым на дороге. Только за счет вот таких вот сигнальных железок. Еще один из минусов, она очень громкая была, Stella. Вот этот глушитель снят с моей мини-риги. Для меня было большим удивлением, когда я на второй день утром пришел подготавливать мопед. Думаю, ну вскрою я вот эту штучку, гляну, что там внутри. Внутри ни одной было перегородки, ни одной. То есть у меня был сплошной прямоток. Я в итоге с мини-риги снял вот эту выхлопную трубу, тут все на месте, правда закосовано, ее почистил щеточкой и более-менее тише. 1 мая, это Пасха была, людям не надо мешать отдыхать. Все-таки там где-то в районе 200 метров находятся дома жилые, соблюдали тишину. Так что трубу заменили на второй день мега-челленджа. Расход, я думаю, был большой, в районе 4,5 на сотню. Я посчитаю потом на калькуляторе, сколько я проехал, и это напишу в комментариях к видео. По зажиганию
по остальным приборам, не считая головного света, все работало отлично. Колеса целые, подвеска отрабатывала. Конечно, малый ход, пробои были, но тьфу-тьфу-тьфу, в таком плачевном состоянии, то есть я еще ничего не дотачивал, тут вот как оно есть. Типа в таком доезженном варианте. Так и отработал. Опять челлендж прошел, результаты накопились. Для будущего этого челленджа будем делать выводы, принимать меры. Благодарю всех за внимание. Всем пока.